Российский экологический оператор подвел итоги за 8 месяцев 2021 года среди регионов страны по доле направленных на обработку твердых коммунальных отходов. Лидерами стали Московская, Орловская, Калужская области и Калмыкия. На сегодняшний день в республике функционирует мусоросортировочный комплекс мощностью обработки до 100 тысяч тонн в год. Извлекаемое полезное сырье утилизируется в соседних регионах, которые имеют объекты переработки. Региональным операторам обработано около 96% или 61 тысяча тонн бытовых отходов. Извлечено и отправлено на переработку 5,5 тысяч тонн полезных фракций. Стоит отметить, что для увеличения раздельного накопления планируется осуществить закупку спецконтейнеров. Они будут установлены на контейнерных площадках в ближайшее время. В следующем году региональный оператор планирует построить площадки дробления строительных и крупногабаритных отходов, реконструкцию участка приемки.